13-летняя Анастасия Кошелева в детском музыкальном театре «Задумка» уже 9 лет. Говорит, пошла по стопам старшей сестры. Теперь она дает по 200 концертов в год. Последняя работа девочки в новом спектакле «Лукоморье». Каждый номер в нем потребовал серьезной физической подготовки. Мне нравится, я кайфую, у меня только позитив, когда я танцую. Для меня это просто вот настроение. Танцы – это уже как часть моей жизни, и без них уже невозможно. В спектакле «Лукоморье» задействовано около 100 человек. К премьере готовились 3 месяца, сделали декорации и костюмы. Спектакль поставили по сказкам Александра Пушкина. Билеты на премьеру разошлись за 2 дня. Постановки театра «Задумка» пользуются популярностью у зрителей, поскольку и на сцене, и в зале дети. Чтобы заново детей привлечь в театр, надо сделать так, чтобы они пошли сначала смотреть своих сверстников. Им это понятнее, им это ближе. Мы стараемся делать спектакли, когда нет ни минуты покоя. То есть детям некогда отвлекаться на телефон, на какие-то разговоры. Стараемся сделать так, чтобы они сели и сначала до конца отсмотрели весь спектакль. Благодаря проекту «Дети. Музыка. Театр» бесплатно увидеть спектакль «Лукоморье» смогут 6 тысяч школьников. Следующие показы пройдут 24 и 25 декабря в культурном центре «Звезда». Мария Ильчан, Николай Сидоров. События.